Всем привет, друзья! Доехал я до кроликов. Сейчас по мере возможности езжу раз в две недельки, поэтому как-то так. Что расскажу, что да как. Пойдем подряд и объясню. Скажу одно, по крольчатам у меня только по молодежи сейчас только вот эта двоечка, которые сидят с этой. Больше нету. Мата снег до сих пор не убрал, но уже через на следующий раз приеду, уберу, пускай они еще прячутся в него. Еще набегается на сетке. Шастики. Мамашу еще не прикрывал, тоже на следующий раз приеду, перекроем. Так. Василия мы как не это самое убрали, это уже Сеня здесь сидит. Это, так сказать, у нас место для самцов, поэтому у меня сидит Сеня. Да. Сеня еще не приучен и гладится сильно, но научим. И здесь у меня еще две непокрытых самочки. О! Сейчас будем пробовать кого-то из них. У меня одна клеточка освободилась. И, возможно, сейчас кого-то и покроем. Водичку убираем. Вам сам процесс показывать не буду. Все, есть садочка. Отлично. Значит, это мы пока крыть не будем. Это еще посидит. Сама и ту покрытую тоже отсадим. Это последняя у меня осталась самочка. Непокрытая вот эта с крольчатами. Непокрытая. Всех вроде бы покрыла. Скоро идут большие окролы. Здесь белую мамашу я давно убрал. И здесь троечка сидит. Если здесь девочки, не вот эта лохматая, то у меня сосед просил, то что-то у него плохо кроется. То есть не кроется, но не кролятся. Значит, что-то или с самцом, или с крольчихами. Поэтому старых убрал. Просит молодую девочку, какую-то ему одну из этих дам. Вот так вот. Все. Работаете. Одну садочку сделал, как раз пока поснимаю, поуправляюсь. Я думаю, будут и еще. Идем дальше. Так, здесь, ребят, была черная старая, она не окролилась, поэтому ее мы вчера убрали. У меня очень много сейчас молодых крольчих лишних, поэтому мне как бы нет у них необходимости. Да, не окролилась, ни пуха не нарвала, ничего, в общем, не покрылась. Всю зиму она мне морочила голову. Не крылась, поэтому мы ее убрали. Сюда же я пересажу вот эту девочку, которая сейчас синяя. Вот так. Здесь сидит. Сидит в маточнике. Сидит черненькая. Ребят, до съемки она должна была крылиться. Она крылилась. Но тоже что-то пошло не так. В общем, выводок пропал. То ли не кормила. Ну, в общем, бывает такое с первоокролками. Дадим ей еще один шанс. Она вчера покрыта. Если окролится и будет все нормально, значит оставляем. Если что-то пойдет не так, то есть я даю крольчихам два шанса. Пойдет что-то не так, значит мы уберем ее. Так, здесь она опять в маточнике. Здесь вот такая вот девочка,
Ей кролица. Скоро, в общем, ей кролица через... Не помню, какое число, через 4-5 дней. В общем, следующая съемка, если она кролица, то... то тогда мы ее оставим. Если нет, это у нее уже второй шанс. Предыдущий выводок у нее пропал, когда был у нас авиаудар не так далеко. Ну, вот так. Так, здесь у нас кто? Здесь тоже девочка покрыта. И кормится через 1,5 недели. Все эти уже молодые покрыты сеней. Так. Здесь. Это на день позже крылась. Тоже посмотрим, будет, не будет окрыл. Девочка. Ну, а здесь молодой крол от соседа, который, возможно, в будущем пойдет на разведение. Он такой синюшенький. В общем, пока он у меня есть и пока он у меня будет. Так что давайте хотя бы вместе с вами сейчас посчитаю, сколько у меня крольчих. Раз, два, три, четыре. Будет 5, 6, 7. Это очень много. Все, ставим 7 крольчих, это много. То есть, если кто попросит, буду отдавать. Это чересчур. Так, ну все, ребят, кроликов показал, все у них нормально. Так, сегодня была одна садка и все. Мне хотя бы 2, и тогда я их оставлю на определенное время вместе. Хотя 7 самок, если кто-то плохо будет кролиться, их можно будет убрать и распрощаться с ними быстро. Оставлять только хороших рабочих, лишнего не надо. Все, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока. Извини, заигрывает. Все, ребят, всем пока.